Тоже. В общем, мы с вами загрузились, мы возьмем с вами вот этого чувака прикольного, потому что мне больно, уж больно он мне понравился. Так, что это стоит? Ребятки, вы чё? А, это с дробашом. На, скотина, ты чё? На, типа, прям вплотную. Хуя! На, скотина, на. На. Подожди. Ну, давай, давай. Бля, тут присесть что-нибудь. А, можно. Хуя. На, это же Battlefront 2. Только третий, конечно, по качеству не будет. Но тем не менее, это тоже прикольно. Что там? Это наши, бля, что они там стреляют? О, у них пушка. Да-да-да-да, я понял. Хуя! На, тварь! Он вплотнулся, дробашок, ещё одна. Ебаного трона. На, скотина. О, мы их взорвали. Захватываем, ребятки. Ой-ой-ой, наши судьют. А, нас убили. Ну, это не страшно, мы с вами возьмем другого. Вот такой. Чё это такое? Пиздить там пойдет. Да блять. Сраный клоун. Да. Меняй оружие, твоя мать, это ни хера. Но, скотина. Нахрена. О, нас убивают. Все очень плохо, ребятки. Надо как-то их уничтожить. Закрытие, что ли, сидит? Давайте закрытие попробуем. Прямолинейные хрена. Давайте закрытие, блядь, проще. Куда ж ты идешь, ты промывать? Чтобы взять перевес сил, надо стрелять из укрытия. На. Чем мы тут до хера повали? Рамахонов. На, скотина. Эй, вы чё? Чё, поумели что ли? Оо, нас окружают, ребятки, бежим быстрее. Надо подлечиться немного. Да, быстрее, тут всё очень плохо. Нормально, а вот тут уже плохо. Бери попу. Эй, ты откуда взялся? Ты. Ё-моё. Что, блядь? Хуя себе. Чё, обнаглел, что ли? На, скотина. Нас уже окружили. Ну, на них до хера там. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Полегче. Сука. На, скотина. Да,
починить, ребята. Что, не можем? Блядь, мы это починить не можем. У нас жизнь мало. Все очень плохо. О, полегче, 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 ребят. Воу, сколько их там. Мы тут уже не продержимся, их там до хера. Оф, мы уже здесь. Мочи, мочи. Фух, молодец. Все, мы убили. Все-таки нас окружили. Плохо. Мы с вами проиграли. Ну ладно, в принципе, это такой вот небольшой обзорчик этой... Как бы как идет прямой бой. То есть без техники, без этого всего. В принципе, мы уже устраивает все. Очень прикольно.